салем! Салем! Вы на канале Ютубитейка о самых разнообразных обзорах в Казахстане. Тема нашего обзора – комплекс витаминов и минералов Витрум Плюс. Вот так вот он выглядит вблизи. И начнем наш обзор с распаковки. Витрум Плюс – биологически активная добавка к пище производства США, не является лекарственным средством. Форма выпуска – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, массой 1455 мг, по 30 штук, 60, как в данном случае, 100, 120 и 130 штук. Состав. Биологически активное вещество. Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, ПП, ниацинамид, К1, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин, кальций, магний, цинк, йод, фосфор, железо, медь, марганец, селен, хром, молибден, ванадий. Рекомендации по применению. Взрослым принимать по одной таблетке в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Переходим к дегустации нашего комплекса витаминов и минеральных веществ Витрум Плюс. Посмотрим, каково же оно на вкус. Будем разжевывать и поделимся своими вкусовыми впечатлениями. Не особо приятно. Похоже на мел, да, немножко? Не, на вкус не очень, друзья мои. Это далеко не аскорбинка, да? Лучше, мне кажется, стоило просто проглотить, но мы именно на вкус хотели попробовать. Проглотить тяжеловато, потому что витаминки, они большие. Да? Угу. Боюсь подавиться. Короче, на вкус оно не очень. Мне не понравилось, а тебе? Ну, терпимо, ну, немножко горьковато. Переходим к обсуждению плюсов комплекса Витрум Плюс. Какой у нас самый главный плюс, Эля? 12 витаминов и 12 минералов. То есть здесь сосредоточены самые нужные витамины и минералы, необходимые вашему или нашему организму. Какой у нас главный минус теперь? Высокая цена. Да, то есть, кстати, поскольку мы его покупали? Около 3000 тенге. Так. Или 7 долларов, или 6 евро. То есть, в принципе, достаточно дорого, да? Но с другой стороны, здесь достаточно много витаминов и минералов. Если вы заплатите побольше и получите побольше витаминов и минералов, заплатите поменьше, соответственно, количество минералов и витаминов будет поменьше. Вот. Ну а теперь, наверное, подведем общий итог, да? Конечно, в целом лучше, мне кажется, когда вы комбинируете, да, кушаете овощи, кушаете фрукты, да, и лишь иногда дополняете вот такими вот витаминами и минералами. Как ни крути, все-таки это химия, да. Ну, возможно, что-то есть и натуральное, но в целом лучше кушать вот овощи, фрукты и иногда добавлять вот эти вот минералы, да, и витамины. Пишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь и ставьте лайки. С вами был казахстанский канал Ютубитейка. Всем пока!